очень тепло. Тепленько как. Да, да. Бути-бути. Мне кажется, нужно переименовать это. Надо ни в коем случае не показывать. Ой, ну и что? Ну это будет все. Это зазорно, что ли? Иди сюда поближе. Ну, смотри, видишь, вот, я тебе расскажу о секретах. Вот так вот лучше. Ну там телевизор видно. Ну что? Ну зато по линии ровно. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и... Уху! Скромняга Крис. Привет. Моя подружка и тоже блогер, ссылка на нее обязательно будет внизу. Сегодня у нас будет супер-мега-видео, потому что недавно одна из моих подписчиц прислала мне вот такую штуку и говорит: Селена, пожалуйста, протестируй. Я пришла и как раз-таки в первый же день взяла ее и спешу-спешу вам снять видео. Это завивка для ресниц из Fix Price. Работает она всего лишь от одной батарейки. Это вообще батарейка нужна? Я как поняла, эта девочка, она купила себе такую штуку, но она, по-моему, неправильно ей пользовалась. Она говорит, у меня не получается что-то, поэтому сейчас попробуем мы. Стоит она 55 рублей, как вы поняли. Открываем. Расческа для термозавивки ресниц. А, естественно, у меня ресницы сделаны, поэтому я пригласила Кристиночку нашу нам на помощь. Выглядит она вот так, смотрите. Вот такая вот щеточка. С кнопочкой. Вот так вот она вот раздевается. И, в общем-то, сейчас мы вот сюда воткнем батарейку. Держи. Спасибо. Ты что кидаешься подушкой, да? Надеюсь, блин, она будет работать. Прикинь, она какая-нибудь бракованная у меня будет. Вставили. Вставили, закрыли. Что-то плохо закрывается. И включаем. Я боюсь, мне страшно. Ты не боишься? Тебе не страшно? Я не пойму. А как понять, она непонятно, включена она или нет? Вот просто, короче, вот я вот как бы не пойму, она включена. Ну, если пар будет идти, значит, она будет. Или вы как на утюжок. Ой! Все. Она теплеет, по-моему. Слушай, в глаз вот этим лезть. Да. Я аккуратно. Дыня. Они немножко нагрелись, эти штучки. Ай, волосы! Ай, отпусти! Так что, инструкция, что-нибудь написано? Ну, особых предназначений этих нет. Вставьте батарейку в отсек для батареек, снимите защитный колпачок, включите прибор, терморасческа нагрелась. Через одну минуту расческа ресницы... через одну минуту расчешите ресницы по направлению от корней к кончикам, загибая их кверх к нему веку. В общем, все. Они уже поднагрелись. Да, я вижу, они там как бы тепленькие, потому что здесь решеточки, они не дают как следует прям опробовать, дотронуться до этого, но оно тепленькое даже тут. Так, Денька, ты вообще-то нам будешь мешать. Иди. Вот единственное, что я прочитала, меня напугало. В глаз нельзя. Через одну минуту расчешите ресницы по направлению от корней кончиком от корней. Да. Что ты переживаешь? Я аккуратно все сделаю, не бойся. Так, только Деню надо чем-то занять. Денечка. Да он сидит, никому не мешает. Нет, он мешает. Давай. Ну как вот, смотри. Зай, ну он мешает. Вот смотри, вот он тут хочет сидеть. Смотри, сидит, он сидит и все. Мы должны посмотреть, что сначала у Кристины до этого. Приблизься, пожалуйста. Мы покажем до тебя. Вот такие у нас реснички. Я просто посматриваю, чтобы утюг не обжег меня. Да не бойся, он вообще его так и не обожжешься. Все. До у меня маленькие ресницы, у меня свои ресницы вообще не закручены, вот такие. Попробуем. Не страшно. А давай эту сначала. Нет, мне вот это удобнее. Дай сюда. Дай сюда, Дыня. Нельзя есть, плюй, сказала. А, вот что ты сделал. Все. Твоя игра окончена. Так, на телефон. Пока мама добрая, быстро. Все, поехали. Не бойся, оно, во-первых, ты не почувствуешь дыма. Нет, оно не горячее, вот. Что ты переживаешь? Да, ну ладно. Туда проникнут только реснички и все. И они закрепятся. Страшно? Конечно. Смотри, фокус там есть. Да. Может, что-нибудь идет. До кожи оно не дотронется, как бы вот не было. То есть мы просто расчесываем. А-а-а. И в любом случае эти защитные штучки, они как бы докасаются до кожи. Ты чувствуешь вообще хоть тепло? Тепло, да, конечно. Я же
думала, сейчас ты долго подержишь, а ресницы туда прям проходят? А ресницы туда проходят, да. Что такое не придумает? Кто это придумал? Мне кажется, мужчина. Чтобы девушки были без глаз. Или красивые были. Ну почему-то как-то оно не завивается. Я как бы завиваю, оно не завивается. Как реснички на магнитиках. А дайте. Не, ну посмотри, она стала в бок, торчит ресницы в бок. Слушай, чуть-чуть поднялись ресницы. Давай еще посмотрим. Еще поработаем. Может, давай я сама? Не пойми как, конечно. На, сама. Давай я вот тут. Только, пожалуйста, вот так вот делай. Чтобы... Я просто смотрю, механизм, понимаю, воздействие. Все просто. Механизм простой, как 2×2. Он Дэнни опять в рот там что-то. Он нас снимает на камеру. Так, Дэнь. Давай. Давай. Мультики будешь смотреть? Ну и что, потом красить после завивки? Ну да, это как завивка такая. Ну как подкручиваешь, как все равно, что ты волосы подкручиваешь. И вот так вот. Ну как, подкручиваешь? Подкручивается, но я бы в дальнейшем не стала этого делать. ₽55 всего. Да хоть сколько. Ну, нафиг это надо. А сколько вообще она там? Ну ты будешь держаться, когда мытья. Если ты не умываешься по 3 дня, а я не умываюсь. Подожди, такая, ты что? А потом сверху тушь? Ну да. Мне надо было это наверх тушить. Не, нет, это я сначала. Мне кажется, надо было, знаешь, еще, может быть, чем-то там типа пенка, чем-то закреплять. Лаком для волос. Денечка, не тряси. Мы снимаем важную вещь. В принципе, что-то в этом есть, не знаю. Мне кажется, так же жжется они будут. Жгутся, да? Вот. Надо термозащитой сверху обработать сначала. Ну, мне вот что-то да, вот там. Да знаешь, это хорошо, мне кажется, у кого ресницы. Хотя, ты знаешь, вот обычными штуками, которыми вот так вот мы делаем, да? Ими тоже очень хорошо закручивается все и прекрасно. Ну вот. Ну, разница, ты очевидно, ты видишь? Ну, у меня просто свои ресницы не длинные, и неизвестно, сколько оно продержится, но чуть-чуть приподнялись, я не знаю. Ну, есть, да. Я думаю, что у кого ресницы свои длинные поддаются завивке, вот этими щипцы вот для ресниц, у кого кто так делает, ну вот. Ну, смотри, я прям подняла, видишь, вот. Ну вот совсем не страшно, ты видишь? Mm-hmm. Ничего не обжигает. Оно-то не страшно, и вообще такое ощущение, что можно держать очень долго, но я думаю, мера все равно нужна. Хочется побольше подержать. Да? Ну как-то оно плохо, надо бы на 220 будет поставить, если бы здесь была разница, да? В смысле 220? Ну, в смысле? Тут, наверное, на 10 градусов всего лишь. Mm. И поэтому надо долго что-то держать. Да, в общем-то, для глаз такие штуки... Просто тепло и все, надо, чтобы горячо было для того, чтобы завивалось. Вот я не вижу конкретной завивки такой особой. Реально, вот сколько мучиться, это проще вот этой вот взять обычной фигней. Ну, может, еще у меня ресницы такие, я не знаю. Что ты вот все наговоришь на себя? Нет, я просто у всех же разные, некоторые говорят, что у них волосы. То организм у тебя какой-то, который краски впитывает, то у тебя ресницы какие-то, которые завивку не берут. Ну, смотри, ресницы встали вверх, видишь? Нет. Да. Чуть-чуть. Ну кому это устраивает? Я тебе говорю, вот сейчас взять эту обычную завивку, просто я не знаю, где. Пока ты меня здесь делала, здесь уже упали. Вот. Они, ну нет, это фигня. Я думаю. Давай, что ты думаешь? Нужно было действительно воспользоваться еще какой-нибудь что-то, термозащита плюс для фиксации что-то. Говорю тебе, пенку даже, ну, подручными средствами. Может, брови как-то вот она? Это же модно. Да теперь можешь делать все, что хочешь с ней. Она бесполезна. Нет, кстати, брови смотри. Сейчас же модно вот брови. Теперь можешь. Я считаю, нужно подвести итог. Давай, какой итог ты подведешь? Вообще, может быть, это отдельное видео, плюсы и минусы.
нарощенные ресницы, ресницы наклеи. Ресницы наклеи. Наклей, который. Вот мы и будем ждать от тебя такого видео. Сделай, пожалуйста, нам плюсы и минусы всяких таблицу. Фигнюшек для. Не на магнитах. Для ресниц. Вот, Селена, мы тоже делали на магнитах. Это отдельное видео. Там можно увидеть все плюсы и минусы тех ресниц. Да, все плюсы можно увидеть. Там одни плюсы. Здесь тоже одни плюсы. Одни плюсы. А что, на улице сегодня прошел снег, где-то град, а вот так тепленько глазкам, прям надолго. Тепло, сахар, ресницы уже опустились. Это просто грелка для глаз. Для век. Дай хоть я попробую. Очень тепло. Тепленько как. Да, да. Бути-бути. Мне кажется, нужно переименовать это. Я оставлю себе ее. Я в холодные зимние вечера буду расчесывать свои глаза. Дэнни, иди хоть. Слушай, мне кажется, она поднагрелась еще больше. Ну, дай попробуем. А там в течение минуты она нагревалась. Мне кажется, будет. Я просто уже, я не знаю, как зажала. Ну да. Да нет, все, не работает. Фигня. Выбрось, выбрось. Ну что? Нельзя просто так выбрасывать вещи, нужно что-то придумать. Мы пока будем думать, девчонкам посоветуем, что девчонки, не выкидывайте на самом деле деньги на вот эту херню, если вы действительно реально думаете, что она что-то накрутит. Может быть, она что-то накрутит, но опять же, да, если она накрутит, то это как надолго? Мы если крутим наши волосы, то на первой помывке головы, а умываемся мы все каждый день. И я вам скажу, что более эффективно, быстрее и безопаснее, наверное, даже, хотя эта фигня безопасная, работает просто обычная завивка в 3 секунды. Можно использовать бигудю. Крис решила накрасить мне кончик. Одна бигудя. А, кстати, интересно. Одна бигудя за 55 рублей бигудя получается. Ну, давай посмотрим, что получится. Ну, сверху только нужно еще... И сверху этой бигуди еще нужен зажим. Из плойки, да? Ну давай подержишь. Ну подожди, ну хватит. Ну хотя бы, чтобы не выкинуть. Все, пора открывать. Слушай, ну в качестве бигуди совсем другое дело. А не взяла ли ты мою накрученную бигудю, хитруля? И вообще я ее выключила. Крис. Она все еще держит тепло. Она все еще держит. Сохраняет. Не, она холодная. Ну, в общем, если 10 штук таких купить и только зажимы сверху, то можно накрутить волосы. Перманент. Все, мои хорошие, мы для вас старались, и практически фикс прайс и полностью одеты. Тестируя фикс прайс, мы решили одеться в фикс прайс. Кепки у нас из фикс прайса, кстати. Кто заценил, ставьте лайки. Подписывайтесь на наши каналы, на мой и на Краскромняху Крис. Я вниз ставлю ее ссылку. И мы с вами прощаемся до следующего видео. Надеюсь, фикс прайс будет радовать нас вот такими прихолюхами, а мы будем радовать нашими тестами вас. Все, целуем, обнимаем. До следующего видео, прощаемся. Пока! Дэнни, ты что смотришь на нас, как на дурочек? Иди поцелуй маму. Поцелуй маму. Поцелуй маму. Маму, поцелуй. Ну, ты тоже. Ха-ха-ха.